Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Sony Xperia 5V. И сейчас я вам покажу, как добавить отпечаток пальца на этом телефоне. Итак, открываем настройки. Опускаемся вниз и переходим в раздел «Безопасность». Далее нажимаем «Диспетчер отпечатков пальцев». Вводим пароль. И нажимаем «Принять». Далее. И теперь можем прикладывать палец к сканеру. Сканер у нас находится справа. И нажимаем «Готово». На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!